пытаться влиять на какое-то развитие матча через замены. Атакует Астана. Тамасов прострел! Это Дориан Рата! Шимунович, похоже, что начал ее, да. Тамасов в груди обрабатывает мяч, прострел, и здесь вратарь ручно. Еще раз повтор гола. Здесь здорово Тамасов выдержал линию офсайда. И похоже, что избежал положение вне игры. Ну, все на решении. Да, и